Всем привет! Меня зовут Андрей Гришков. Я буду осваивать новые виды спорта и погружаться в них вместе с вами. В детстве я всегда мечтал стать профессиональным гонщиком. И сегодня у меня наконец-то появился шанс. Я буду осваивать азы спортивного вождения. И поможет мне в этом Данила Лапицкий. Здравствуйте, Данила Викторович. Здравствуй, Андрей. Вы сделаете из меня настоящего гонщика? Ну, сразу не получится, но будем пробовать. С чего мы начнем? Главное – это техника безопасности. Первое – быть застегнутым в шлеме. На руках должны быть одеты перчатки. У спортсменов эти перчатки называются краги. Всегда исполнять требования инструктора. А расскажите мне про устройство картинга перед тем, как я отправлюсь в заезд. Смотри, картинг состоит из двигателя. На нем имеется глушитель, который нагревается со временем. Руками его не трогать нельзя, иначе будет ожог. Есть у картинга руль. Непосредственно две педали. Правая педаль – педаль газа. Левая педаль – педаль тормоза. А что, если я вдруг одновременно нажму на две педали? Если ты нажмешь одновременно на две педали, картинг остановится, нагреется и заглохнет, выйдет из строя. Я не буду этого делать. Тогда приступим. Садись. Плавные нежные движения вправо и влево поворачивают твой карт. Резких движений мы не делаем. Если ты врезался, либо что-то случилось с картом, ты просто поднимаешь руку. А экипировку мне дадите? Дадим. Мне кажется, я похож на грабителя. Я стартанул, был первый поворот, и я проехал по траве. И мне стало страшно, что я сейчас вылезу с карта, и меня начнут ругать. Резко поворачивать руля. Ошибка всех пилотов, кто ездит первый, второй раз. А сейчас набрал высокую скорость. И ой, все бывает, все исправим. Как получилось так? Рука тебе твоя? Надо держать ее. Как так получилось, что ты так заехал? Резкий поворот. А ты, надо было газ сбросить и немножко проехать. А ты на полном газу. Нажимай газ, проезжай. Я думал, что самое страшное – это будет проехать по газону, но когда я въезжал в поворот, я не рассчитал скорость и врезался в покрышки. И это оказалось еще страшнее. Именно не страшно за покрышки, а страшно стало уже за себя. Самое важное и сложное – это увлечь детей, чтобы у них был интерес к технике. Научить их езде, любить технику. Детям очень нравится картинг. Почему нравится картинг? Они здесь делают все сами. Они не только ездят на картинге, они ремонтируют сами, развивают моторику рук. Они сами и пилотируют сами. Они мышление развивают, как обогнать, где притормозить, как это построить, как это сделать лучше. То есть каждый ребенок развивается сам по себе. А еще в коллективе, который ему помогает в этом, ребенок развивается намного быстрее. Ну как тебе, Андрей, хлеб пилота? Вы знаете, это очень круто, новое ощущение. Понравилось. Педали надо было не дергать, но с большего ты проехал ничего. Для первого раза неплохо. Ну, наши спортсмены, кто у нас занимается, картингисты, в дальнейшем на дороге ведут себя аккуратно. То есть они знают скорость, они знают, чем это чревато. Это просто незабываемое впечатление. Это второй раз, мне очень понравилось. Особенно, когда тебя учат и рассказывают, как правильно, почему так правильно. Это просто классно. Вот и наступило время финального заезда. Поехали!
что, пятая позиция, зато не последняя. На последнем повороте меня занесло, и меня соперник чуть не обошел. Но я все-таки собрался, повернул руль, и все прошло хорошо, и я на пятом месте, я доволен своим выступлением. Это была рубрика «Ни дня без спорта». Пока-пока.